В эфире абхазского телевидения информационный выпуск «Амшик Пшара». Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Бессмертный полк по-абхазски. В Сухуми пройдет акция «Защитники Апсны». Пожарные нам в помощь. Улицы столицы моют машины МЧС Абхазии. В главный государственный праздник Абхазии, День независимости, 30 сентября в Сухуми начнется акция памяти «Защитники Апсны». Ее участники пронесут по столице фотографии своих отцов и дедов, сестер и матерей, погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Нисфа Аршба с подробностями. В Абхазии готовится акция памяти «Защитники Апсны» по примеру движения «Бессмертный полк». Цель мероприятия – увековечивание подвига погибших в Отечественной войне народа Абхазии, сохранение памяти о доблести и героизме воинов, осмысление опыта героических предков, восстановление преемственности поколений. А главное – возвращение чувства сопричастности к истории Апсны. Организаторы убеждены, в Абхазии необходимо увековечить именно тех, кто принес нашему народу победу. Во время Отечественной войны народа Абхазии 92-93 года погибло 1707 бойцов. Эти 1707 фотографий мы аккумулируем здесь и потом с ними работаем. При исполнении служебных обязанностей в Кале, в Карском районе и в других местах погибло 371 человек. И включаем добровольцев. 284 человека. Подготовительные работы начались месяц назад. Создан оргкомитет, в который вошли представители Министерства обороны, культуры и историко-культурного наследия, Музея боевой славы. Возглавил оргкомитет вице-президент Виталий Габния. Инициаторы и основные организаторы акции «Защитники Апсны» – Ассоциация женщин-инвалидов, участниц Отечественной войны народа Абхазии. Убедительная просьба к населению Абхазии, ко всем гражданам. У кого есть фотографии тех ребят, которые погибли, тех девочек, которые сложили головы наших медсестер, приносить эти фотографии в самое ближайшее время, до 5 сентября, в офисы, где будут приниматься эти фотографии. Фотографии можно приносить в офисы Ассоциации инвалидов Отечественной войны во всех районах страны до 5 сентября. В Сухуми фото принимаются в Ассоциации женщин-инвалидов, участниц Отечественной войны народа Абхазии. В этом году акция пройдет в республике впервые, и организаторы надеются, что в будущем памятное мероприятие расширит свой формат. В следующих акциях мы планируем увеличить число и фотографий, и шествие оно увеличится за счет тех же наших бойцов, погибших, которые... не менее сделали тоже, они же участники войны, которые погибли от полученных ранений. Разве мало после войны погибло от того, что ранены были, заболевания были? То они защитники Апсны, и их это уже в будущем, мы на будущий год планируем тоже как бы в эту акцию включить. Нисфа Аршба, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение. Абхазские ветераны проходят лечение на курортах Кабардино-Балкарии. Соглашение о сотрудничестве подписали Государственный и внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии и санаторий в Нальчике «Грушевая роща». Там оказывают весь спектр услуг, начиная с тамбуканской грязи, то есть аналог города Саки, и цены тоже намного дешевле. Можно сказать, на процентов 20 они нам пошли навстречу и сделали нам такую скидку. Ближе к сентябрю мы будем заключать договор, чтобы наши ветераны, инвалиды войны могли ездить на лечение. У нас уже первый десант, как бы мы уже отправили. У нас отдыхало трое женщин, инвалидов войны в городе Нальчик. Надеюсь, что они приедут довольные. У нас есть квоты, то есть, почему мы так приравниваемся к этому, у нас есть квоты, если мы можем отправить в год 250-300 человек-инвалидов войны, в связи с ценами, которые нам предлагают в городе Нальчик, мы можем на порядка на 60-70 человек дополнительно еще отправить.
С 17 по 25 августа в Кадурском ущелье пройдет военно-полевой патриотический лагерь «Молодая Абхазия-2016», организованный Госкомитетом по молодежной политике. В этом году в лагере примут участие порядка 160 молодых людей, в том числе гости из Донецкой и Луганской народных республик, Южной Осетии, а также из регионов Российской Федерации. Основная цель лагеря – развитие чувства патриотизма к родине, ознакомление молодых людей с армейским бытом. У ребят в течение лагеря будет возможность пройти ускоренный курс молодого бойца. В лагере принимают участие молодые люди от 16 до 26 лет. Он продлится 9 дней в Кадурском ущелье в селе Мрамба. За сегодняшний день Сухум стал чище. Генеральная уборка от ила и мусора центральных улиц столицы стала возможной благодаря технике МЧС из разных районов страны. Мытье улиц продлится несколько дней. 9 машин Министерства по чрезвычайным ситуациям с утра вымывают от мусора и ила наиболее пострадавшие участки города. Улицы Лакоба, Абазинская, Иналы, Поворонова, Сахарова, Айтгалара становятся чище прямо на глазах. При этом пожарные машины не создавали каких-либо помех автомобилистам и пешеходам. Пробок по городу практически не было. Большую помощь в уборке улиц оказывают военнослужащие Министерства обороны Абхазии, но инициатива была поддержана не всеми. Сотрудники МЧС были вынуждены вымывать слои ила и пыли с прилегающих к магазинам территории. Мало кто из горожан помыл участок хотя бы возле своего дома. По словам исполняющего обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния, работы будут завершены к вечеру пятницы. За 2 дня попытаемся просто промыть все дороги, тротуары и так далее, привести город в порядок. И городские службы работают, у каждого стоит свои задачи. И я, например, знаю, что мне надо делать, сколько людей задействовано, и где и как, какие работы ведутся. Все улицы были разделены по секторам для удобства уборки. На наиболее загрязненных участках работали сразу несколько машин. По словам Льва Квициния, совместные мероприятия по уборке улиц не только помогут городским службам, но и позволят выяснить, какие у МЧС есть силы и возможности на случай, если стихийное бедствие повторится. Сария Смыр, Беслан Хинджерия, Абхазское телевидение. За полгода наркотики через границу России с Абхазией пытались провести 10 раз, сообщает «Сочи-экспресс-2» со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю. Половина из этих случаев произошла в течение летнего курортного сезона. Сочинские пограничники сообщают о сезонном увеличении наркотрафика на границе с Абхазией. Один из недавних случаев произошел в пешеходной зоне пункта пропуска «Адлер». Пограничники остановили гражданина Абхазии для досмотра, в ходе которого и нашли в его на носках бумажные свертки. В общей сложности мужчина пытался пронести больше грамма наркотика. В следующий раз пограничники заметили мужчину, который пытался спрятать какие-то резиновые трубочки в тамбуре поезда Санкт-Петербург-Сухум. Проведенная позднее экспертиза показала, что вещество из этих трубочек – это производное опасного наркотика N-метилэфедрона. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью местами возможен кратковременный дождь с грозой. Днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 22-24, днем плюс 32-34 градуса. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.